Да, вот твои рога бы мне на стенку. А ты маленький еще. Так вот они у вас тут ждут-то. Ребятки, они вас вон где ждут, хорошо. Вот они, смотри, вон. Так не бойся. Он сам не быстрый. На, держи. Ну, вы так не накормите, они у вас голода останутся. Вы им доставайте, поднимайте. На, аккуратно, вот так вот держи, смотри. Вот так вот, раз, он ротик взял. Он не берет сам. Вы просто так наложили, да? Ну. Он маленький дикобразик. О, он малюсенький. Ты-то будешь кормить? Или у вас не дотянуться вам? На, морковку просунем и держи. Так вот, не бойся. А я их кормила уже? Конечно, корми. Держи, когда он. Вот. Не страшно, да? Еще будешь кормить? Валя, давай дикобраза. Ну они сейчас, видишь, сидят. Сейчас хлопает. Валя, там еще за анимали. Прям совсем-совсем страшные. Там еще за эти маленькие. Вон, видишь, маленькие? Давай. Маленькие. Ну и что, орешки тоже лопаете? На, держи. Дикобразов накормили. А папа енотов у вас кормит. Орешки же? Орешками, да. Все едят. Морковку, изюм, вообще все. Все едят? Кроме хлеба. Ага, понятно. О, Наташа, а ты видела? Иди сюда. Смотри, моет орешек. Валь, вон еще лайк. Смотри, маленький. Валя. Маленький дикобразик, он видит? Валя. Валя. Смотри, там Вася. На, держи. Вот еще енотик. Вася, потанцуй. Одна девочка, мальчик. Валя. Валя. Идите, папа, хотите над собой. Понюхай. Сейчас, подождите. Я наши идти. Нормально. Нормально тут, да? Я как будто бы наклоняюсь в этом сердце. Да? Хотите еще кого-нибудь? Пойдемте. Давай, давай, давай. Ой, смотри, сколько их тут сидят. Совы. Ах ты, совушка, сова. Ты большая голова. Сейчас, подожди, я сова. Подожди, я собаку смотрю. Давай, пойдемте, я буду посмотреть.
Верблюд, да? Ну, а тут кто? Тут никого. Никого тут, наверное, загоны какие-то. В верблюдах написано не кормить. А ну, да понятно. Ой, это траус. Траус? Не плюнет. Ой, какой страусеночек. Это птенец еще. Это птенец? Наверное, я думаю, птенец. Они же самые такие. Трауса морковкой можно покормить, написано. Можно? Угу. Морковкой, да? Только вы им это ложите, а то они у вас... Ай, дайте сюда подойдем, чтобы они два были. Давай, я возьму. Валя, пони! Сейчас мы пони туда пройдем, конечно. Ничего вы жрать. Привет. Да, вон ходим. Ничего выжрать. Застрял. Так они тут сами со своими телефонами. А вон большие там страусы. Вот, фотографируй, Наташа, конечно. Ну, этих кормить нельзя, написано. А морковку сейчас кирюшу, у каждого свой кирюшек. Давайте тогда тяну. Воду пьет. А хотя у этих ничего не написано. Просто не знаю. Все, тебя фотографирую, да? Ой, такие большие. А я угу. А что у меня тут изюм лежит? Коняшки. Такие-то козочки у нас есть, да, Виктория? Красиво. Это кто? Ага. Там какая? Козлик такой или козочка. Ну, это как Настя. Я хочу покормить, как Настя, как не стану. А вот эту покормить, что ли? Голодная. Я буду теперь беленькой. Пойду, покорми беленькой. Что, вам не достается, что ли? А я сейчас... Ой, а что ты сбудешь? Этот козел самый наглый. Это козел? Еще можно морковочку дать. Козликом вонючим. Морковкой корми. Ну на, морковкой корми. Успевайте кормить белых, пока я отвлекал этого. А я их не кормила. Не едят морковку они, хитрые, хлебушек только. Только хлебушек едят. Пони-то дайте им, пони-то съест морковку. Пони съела. Пони кушает. Так ты через сетку-то ее туда подай. Подай дальше, дальше. А, еще прибежала, понятно. Отбирай, понятно. Держи. Пони, пони, пони. Написано «Филин». Кролики-то какие-то прямо это. Нет? О, они прибежали, морковки хотят. У этого кролика явные проблемы со здоровьем. Они какие-то сильные. Да, кролики. Но только не гладьте их. Не гладьте только, ребятки. Не гладь, девочка, смотри, а то у него ушко болит у кролика. Этого гладь. А это у нас заяц, походу. Да, заяц? Зайчик, похоже, на крышку.
Хрюшка родила крольчонка, да, Хрюшка? Вон, смотри, Филинка, как высоко сидит. Это кабанчик, это тебе что ли? Чё, охренели? Где? Там олени вроде. Чё, увидал? Итак. Давай Кирюше морковочки дадим. Дай мою морковку, она вот там. Валя, пойдем козу, мою морковку. Вот эти поинтереснее, чем косули-то бы, если у нас жили. Да, Виктория? Да. Смотри, они сейчас подойдут кушать. Давай, доставай морковочку. Смотрите, козу. Чик, отбежали. А уже 4 морковки. Положила на запас. А этих написано, чем кормить? Не кушай. Вик, бери морковочку. Вик, осторожно, не кушай. Ого, какие, смотри. Аккуратно только. Пальчики не суй туда. Да чё ты, не бойся. Я думаю, мы хватит. Они и так шустрые, куда им идти. Шустрые, ну, ага. Кого покормить хочешь? Да, на, бери. Друзья, поделитесь с друзьями. Иди. Я хочу маленького того кролика покормить. Ой, зачем я это покормить? На, вот морковину. Давай, давай, ложи на морковку. Молодцы, 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 все, молодцы. Вот этот зверь нам знаком. Ну, вот это косуля. Балдеет, лежит. Кролики повсюду. У нас морковка кончилась, написано, иногда морковку едят. А они что, морковку тоже едят? О, морковку тоже едят. Ну на, последний иногда кусочек. Морковку и яблоко. Сегодня как раз иногда. Белый
Белый павлин. Белый павлин. Тут должна быть белочка, которую нельзя кормить арахисом. Но белочки тут нет. Кончилась морковка. Кирюша, возьми морковочку. Кирюша, дай Вике морковочку. Белочка. Белочка, умелочка. Нет белочки. Это что за животное? Это лама. Лама? Этот зверь зовется лама. Лама дочь, лама мама. Да. Давай, это бараны, да? Козел. Это бараны? Давай мы вот так дадим хлебушек. Ага. Ну, пойдемте дальше. Ну, пойдемте дальше. Вы тогда тут бабушка. Кабанчик. Кабаненочек. Ага, и два кабаненочка. Бабушка, а кабанов вы можете кормить по-синему? Они уже натрескались вроде. Смотрите, собака-то тут тоже на кабанах. Собака уже съела кабана, вон кость у нее, видишь, лежит. Большая кость. Большая. Ой, какие кости. Тут еще кость здоровее. Кабан. Второй этаж. Да, второй этаж у них. И я сейчас отберу камеру. Удобно в таком сидеть, наверное. Да, верблюд? На, держи. Морковкой мы их кормили. Да, Виктория? Угу. Ой, там еще один сюда. Видела, маленькие там в углу стоят? Да, 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 да. Енотов-то будешь кормить? Я твой день класть, я просто тех, я хочу, я тоже. Вот давай вот эти что. Орешки они можно? Да, орешки можно им. Нет, ты им давай вот так вот, смотри. Аккуратно. Давай ниже. Первый. А морковку можно? Можно. Все надо им раскормить, раздать. Маленький, любите морковку? Маленький ест. Да вот на вам. Я прямо в ручки вот этому дал. Все, мы тоже все скормили, да? Да, почти. Вроде все скормили.